И здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на второй этап нашей карьеры с модами на сезон 2020 года. И на сей раз у нас Гран-при Бахрейна, где я рассчитывал на хороший результат, так как эту трассу я знаю достаточно хорошо. Ну и, в принципе, я по ней ездил в Аоре, и там у меня был потрясающий темп, так что тут на Хассе темп тоже был достаточно хорош. В первом сегменте с одной попытки, с достаточно плохим кругом, я выхожу дальше с 9-й позиции. Это хорошо. Вылетает у нас Строл, Квят, Джовинаци, ну и два Вильямса, как обычно. Ну а дальше у нас второй сегмент, где я решил ехать на медиуме, потому что другой тактики, кроме медиум хард, я не видел. Ну и это все закончилось не очень хорошо, потому что, да, я разбил болид хард. И тут сразу же всплывают флешбеки из обычной карьеры 19-го года, где в этом же месте тоже разбил Хас в Бахрейне. Те, кто помнит, ставят лайк. Ну и в принципе, вот так вот все это произошло. Ехал, да уже и не доехал. Кстати, шлем похож на Кими Райкнена, зацените, да. Впервые вы его, наверное, видите. Переносимся на стартовую решетку, где у нас на пол позишн стартует Себастьян Веттель, вторым у нас стартует Льюис Хэмилтон. Дальше у нас Вальтери Ботс, Шарль Клер. Вот так вот у нас Мерседес и Феррари расположились. Дальше Батлер, Перес, два Макларена с очень красивыми костюмами. Кими Райкнен и Ника Хюлькенберг с лицом Ярослава Кухлевского замыкает топ-десятку. Вот так вот я прикольно все это обыграл. У нас Магнусен получил 10 позиций штрафа. Он мало того, что стартует на изношенном софте, так как прошел третий сегмент, он еще и штраф получил, так что для него эта гонка уже заранее проиграна. Тактику мне предлагают Hard Medium, но я сразу же говорю, что зачем мне такие страдания. Поеду Medium Hard, пит-стоп на 11-м круге, в принципе стратегия проверена. В Аоре я на ней проехал достаточно хорошо, комплект должен дотянуть. Слил топливо и поехал стартовать. В принципе, все должно пройти чисто и гладко. И у нас играются все 5 огней. Гаснани в эту секунду стартуют все с места. И я стартую достаточно хорошо, в принципе, как и все. Ныряю внутрь, потому что, ну, это первый поворот, тут так надо делать. Очень медленно проходим мы этот первый поворот, но я уже отыгрываю позицию у Гасли. Верстаппен мне вообще не оставил места, из-за этого пришлось выехать за пределы трассы, застопить Гасли, но хоть одну позицию я пока что отыграл. Пробовал обогнать Верстаппена, но что-то как-то пока что не получилось, слишком уж далеко я был. Ну и в принципе продолжается наш первый круг, где все едут очень-очень медленно. Ну и я решил, почему бы не задавить Верстаппена. Проходим мы поворот, а он мне вообще места не оставляет. Я такой типа, ну найс, здорово. Он меня на разгоне дергает, решаю перекрестить траекторию. Залезаю внутрь, и он мне снова не оставляет места. Получаю первый срез из двух для меня возможных за эту гонку, потому что на третий будет штраф. Ну и в принципе, позицию я у него, как вы видели, не отыграл. Ну а по старту у нас, в принципе, Феттель удерживается пока что свое лидерство. Ну а Леклер начинает нападать уже на два Мерседеса. И пока что у него это получается достаточно удачно. Боттас пытался залезть к Феттелю в последний момент, но чуть не сломал себе крыло. Этим пытается воспользоваться Леклер. Но Феррари что-то как-то пока что не хватает максималки. И пока что первый Феттель, потом Боттас и потом только Леклер. Хэмилтон вообще со второй позиции откатился на четвертую. Но я продолжаю преследовать Макса Ферстаппена на первом круге, хотя, в принципе, мне кажется, надо убирать вообще вот остаток первого круга, если тут ничего такого интересного не происходит, потому что, ну, почти весь круг я еду за Ферстаппеном. Все, даже не могу его атаковать. Ну и только сейчас у нас завершается первый круг, ну и по итогу которого я 13-й, хоть какую-то позицию я отыграл. Ну а позади Гасли, который начинает уже понемногу отставать, а я на прямых прям очень близко подлетаю к Ферстаппену. Но на третьем, четвертом круге случается как-то, ну,
полный свинский маневр, потому что у нас такая образовалась группа. Ферстаппен в ее лидерах, у всех открытый ДРС, у меня гиперскорость напрямую, ну и я пролетаю точку торможения. Ну и решил, как в ролике про онлайн, срезать первый поворот. Проиграл все, что можно, вот они, Ферстаппен, вон он, Дэн. Ну а Ник Хюлькенберг остался в пролете, его прошел аж Лэнс Стролл, и я как бы отыграл за счет этого одну позицию. Но меня уже начинает атаковать Стролл, который стартовал с софта, у которого этот софт через круг сдохнет. Я ему оставил очень мало места, он меня пропустил, и уже я поехал снова догонять Макса Ферстаппена. Ну и на четвертом же круге я его, в принципе, и догнал. Подрубил все, что можно, чтобы пройти и его, и Рикьярдо. И, в принципе, пока что это получается. Слипстрим работал очень хорошо, и мы три в ряд входим в первый поворот. По внешней траектории прошел сразу двоих, пришлось опять-таки срезать поворот, получить второй из двух возможных для меня срезов. Ну и в принципе мне за оставшиеся 25 кругов нельзя резать повороты вообще. Вышел, короче, я на 10-ю позицию, ну и на 7-м круге я догнал Кими Райкина, ну а меня догнал Макс Ферстаппен. Я пока что ДРС не получил, а вот Макс с ДРС-кой достаточно пока что легко меня проходит. Но оттормозившись немного позже, по внешней траектории, я его смог обратно обойти, еще и ДРС получил, и уже приблизился к Кими Райкнену. Но в конце этого круга они все сворачивают на пистоп, почти все. Потому что у нас еще остаются некоторые пилоты на трассе. Ну и в принципе я выхожу уже на 5-ю позицию, и передо мной уже Ландо Норрис, которого я снова догоняю под конец этого круга. Еще раз не знаю, сколько это буду говорить. Вот он уже передо мной, и получил благодаря ему ДРС. И за это я ему благодарен, так что еще один круг как минимум Макс меня трогать не будет. Ну и на следующем круге мне уже надо будет ехать менять свой медиум на хард. Ну и на 10-м круге последний пилот, который стартовал с софта, это Серхио Перес, заезжает на свой пит, и я выхожу в лидеры этапа. Просто Ну и в принципе, пока что я и должен оставаться в лидерах, потому что у нас у всех осталось по одному питу, потому что все остальные перешли только что на медиум с софта, и нет, некоторые перешли на медиум, а некоторые перешли на софт. Вот это вот интересно. Так что у них точно два пита, ну а я заезжаю на свой единственный и последний пит-стоп, одеваю хард, его должно спокойно хватать, он нулевой просто, он не использовался нигде, хоть не игра писала, что он типа использованный. Ну и я выезжаю в полной жопе, короче, потому что я выезжаю в трафике. Я еле-еле выехал перед носом у Переса, но выехал я позади двух Вильямсов, это просто ужасно. Но главное, что я получил уже ДРС и уже готов атаковать и Кубицу, и того же Рассела. Я получил ДРС, подрубил его и уже начинаю к ним просто подлетать как ракета. Ну и в поворотах они прям очень медленные, потому что еду со старта на этом медиуме, но хард будет намного-намного побыстрее. Ну и в этих поворотах скоростных они проигрывают все, что можно, и я прохожу Кубицу дайв-бомбом, он мне опять-таки не оставляет места, из-за этого происходит контакт, но за Роба не беспокоимся, он крыло не сломал, едет дальше на своей 14-й позиции. Ну а Рассел уже, вот он у меня перед носом, подрубил опять-таки ДРС от него и начал снова к нему приближаться. Ну и третий сектор, конец второго, это просто красные повороты, где вы видите, я у него отыгрываю, наверное, по полсекунды с каждого поворота, потому что вот особенно в этом правом затяжном повороте я его прохожу газ в пол, а он его еле-еле прошел, и я уже вот в четырех десятках позади него. Опять-таки подрубаем все, что можно, и пытаемся как-то его пока что не тревожить, потому что если он сместится с траектории, это будет огромная потеря времени. Он с ним не смещается, потому что отрубил все режимы. Просто спокойно проехал за ним последний поворот, почти ничего не потеряв. Ну и открыв ДРС, я его прошел, вышел на позицию под номером 12. Передо мной G12 в 4 секундах впереди, который стартовал как раз-таки с комплекта хард, как и мне предлагалось, кстати, по стратегии. Ну и на 14 круге у нас завершается волна питов. Всех тех, кто стартовал с медиума, и Ферстаппен выезжает далеко-далеко позади меня. Ну и я прям позади G12. И на 14 же круге я его
обгоняю спокойненько с ДРС, и никаких проблем у меня не возникает. В принципе, откуда они должны возникнуть, если у нас огромная скорость на прямой? Также еще продолжаются пит-стопы всех тех, кто едет на 2 пита, и передо мной Баттлер в 8 секундах впереди. И на 16-м круге Веттель, первый из них, заезжает на пит. И я выхожу уже на 5-ю позицию, он берет медиум, едет до конца дистанции. Ну а до Баттлера мне еще очень-очень далеко, но на этом же круге, на 17-м, они едут почти все на пит, кроме Вальтери Боттаса, который остается почему-то единственный на трассе. И еще на один круг он за этот круг так много относительно меня потерял, вы бы знали просто. Ну и, в принципе, выхожу уже на вторую позицию, Боттас в 9 секундах впереди, с лучшим кругом, кстати, но я... Мне остается всего лишь проехать 10 уже кругов, чтобы выиграть первую гонку за Хас, который я... Это вообще была моя цель, за Хас выиграть гонку. И, возможно, уже на втором этапе это получится. И, в принципе, пока что у меня есть огромнейшее преимущество над Ферстаппеном, который только сейчас пропускает Леклера. И Леклер поднимается на позицию под номером 2, позади там Льюис Хэмилтон. Но это уже прям, не помню, вроде 23-24 круг, так как записывается это все 25 числа, ехало все это 24 числа, я, если честно, уже не помню. Ну, короче, у нас Макс уже пропускает и Льюиса Хэмилтона. Ну, а я продолжаю себе спокойненько лидировать. Да, Леклер ко мне подъезжает, но я пока что лидер. И у нас остается 2 круга до конца. 28-й и 29-й круг. Надо всего лишь спокойно доехать. И мне кажется, тут происходит самый очень печальный хардбрейк момент, хуже того, когда Леклер потерял победу. Я еду спокойно, и на разгоне у меня лопается покрышка. 28-й из 29 кругов. Я лидировал с достаточно хорошим преимуществом, без штрафов. И покрышка решает лопнуть прямо сейчас. Это просто самый худший момент. Я решил, что я лучше доеду этот круг с проколом, потому что я, ну, да, много терял, но не так много, чем я бы заехал бы сейчас на пит. У нас, так, кстати, еще параллельно сходит Гасли, но мне на него по барабану, потому что я был занят тем, чтобы хоть как-то довести эту машину до финиша, хоть на 7-й позиции. Дэн Рикьярдо в 4 секундах позади. У нас последний сектор. Леклер побеждает в гонке, все это хорошо, но мне остается преодолеть только последний поворот. И на выходе из него я вижу эту гребаную желтенькую стрелочку, как Дэн просто подъезжает. Я пытаюсь его заблокировать, но ничего не получается, я доезжаю только 8. И представьте, вместо 25 очков получить 4. Это прям... Я был так раздосадован после этой гонки, потому что я должен был побеждать этот гран-при, я должен был радоваться, я должен был завершить свою миссию в этой команде за Хас, чтобы просто после половины, допустим, сезона, может, после уже Азербайджана уйти в другую команду, в которую я и хотел уйти, потому что, ладно, скажу вам честно, я хотел начать карьеру за Феррари, потому что я после сезона за Хас хотел перейти в Феррари, в обычной карьере. Но из-за слетов сейвов мне пришлось начать новую карьеру, решил начать за Хас. Хотел победить, хотел проехать полный сезон, не факт, что победил бы. Тут я мог бы уже выиграть эту гребаную гонку, сказать, что все, моя миссия тут выполнена, и я могу спокойно валить в другую команду, и уже на этом этапе началось бы голосование, куда бы я ушел бы посередине сезона, потому что, ну, сезон 2020 года с модом я проведу только один сезон, я только его проеду. И хочу попробовать как минимум 2 команды в этом сезоне. Так что переход точно будет, если я выиграю гонку. Вот это очень важно. Ну а по результатам гонки у нас первый Леклер, второй Хэмилтон, третий Ферстаппен, дальше Боттас, Феттель, Баттлер, Рикьярдо. Я только 8-й, к сожалению. Дальше Перес и Строл замыкает топ-10, 2 рейсинг-поинта в конце топ-10. Ну и, в принципе, опять-таки, очень обидно вместо первой позиции получить 8-ю, прям очень я раздосадован. Ну и не знаю, может быть, кстати, заехать на пит-стоп было бы быстрее. У нас были
гении тактики по типу soft hard hard или soft hard medium, когда все почти ехали soft soft medium. Ладно, в личном счете у нас Леклерк и Ферстаппен проходят меня, я падаю на четвертую строчку, хоть должен был быть первым. У нас Магнусен проваливается достаточно низко, ну и в принципе очень-очень много у нас изменений, потому что это только вторая гонка. В лобби конструкторов у нас Феррари выходит на первую позицию, Red Bull проходит нас, выходит на третью позицию, Рено проходит Альфа Ромео, а Racing Point проходит Вильямс. У нас три команды без очков, это Вильямс, Торосса слэш Альфа Таури и Макларен, которые вообще последние. Хоть у них едет, кстати, Вебер, и они на этом этапе стартовали с четвертого ряда стартового поля и просто его всрали. Да, вот это очень-очень важно. Побеждаю Магнусена уже прям разгромлю его в соперничестве. Должен был еще одну галочку себе забирать это место на подиуме. Ну и должен был забирать халявные 600 ресурсов за 32 очка в личном зачете набранные, а у меня их 22. Вот. Ой, гениально! Просто всрать и много очков, и 600 ресурсов, которые мне сейчас бы очень-очень помогли бы, потому что, ну, хочется подкопить ресурсы и чтобы на следующем этапе взять прям много масштабных обновлений и обновить свою машинку. Ну а пока что я на этом могу закончить. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока.